Всем привет! Сегодня у меня в ремонте BMW 5 серии. Буду менять горшок или стакан, как вам угодно. Итак, это есть побитый автомобиль. А это есть деталь донора, которую мне нужно будет вставить. Итак, начинаю замену поврежденного горшка. Для начала мне нужно вытянуть все поврежденные и неповрежденные места. То есть сам горшок, верхнюю полку и вот это вот место. Чтобы его вытянуть, мне пришлось разрезать сам горшок, так как он сильно деформирован и не дает ей нормально выйти. А вытянуть мне нужно для того, чтобы потом ее отсверлить и восстановить, потому что этой части на доноре нету. Итак, вытягиваю, подравниваю, чтобы мог подойти к точкам сварочным, и удаляю ее. Вот так сейчас выглядит удаленное место. Итак, теперь обрезаю сам горшок, весь поврежденный металл, но не превышая размеров донорской детальки. Итак, обрезал, но не все. Мне нужно вытянуть вот тот задний металл, которого у меня нету. И вот этот я кусочек для этих целей оставил. Ну, что я и делаю. Натягиваю за него и тяну. Затем его, когда отравняю ту заднюю часть, я его удалю. Итак, все обрезал, все отсверлил, все подготовил. И теперь могу примерять донорский кусок. Но донорский кусок я тоже подготовил к примерке. То есть сам лонжерон здесь целый, я его удалил. И теперь примеряю. Скручиваю все, что можно скрутить на этот кусок. То есть поперечина, разные тяги на BMW тут стоят, к горшку, которые идут от кузова. И само крепление капота, чтобы не было потом разногласия его прикрутить, чтобы совпадали все скручиваемые элементы. Итак, когда все это я примерил, я приступил к размеру, к замеру, точнее, всех диагоналей, уровней и всего. При этом использую свои инструменты измерительные, то есть лазерный уровень и линейку. Если все нормально, буду сваривать. Здесь все нормально. В итоге получилось. Так как горшок алюминиевый, естественно, он будет ставится на заклепки, ну а металл я сварю.
Итак, сварочные работы закончены, все зачищено. И теперь я хочу покрасить вот этот кусок, чтобы можно было все остальное собрать и примерить. Итак, кишки покрасил, теперь я могу примерить остальные части переда. Ну что, все скрутил, зазоры все ровные, на месте, и на этом работа моя закончилась. Кузовные сделаны, теперь машина уезжает на покраску, и я ее больше не увижу. Итак, на сегодня все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мои новые видео. С вами был Артур. Пока!